Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской республике напоминает, что в настоящее время для безопасности и здоровья граждан личный прием специалистами службы осуществляется строго по предварительной записи и посредством использования электронного сервиса «Запись на прием». О предлагаемых альтернативах в сюжете Фатимы Даурова. Обратиться к судебным приставам без посещения отдела возможно посредством электронного сервиса, интернет-приемной, сайта управления. Процесс подачи обращения прост. Гражданин или представитель организации должен заполнить необходимые поля и изложить суть предложения, заявления или жалобы. Как говорит заместитель главного судебного пристава Карачаево-Черкесии Азамат Кишмахов, использование данного сервиса представляется одним из наиболее удобных способов решения вопросов, относящихся к компетенции судебных приставов. Интернет-приемная вводится фамилия, имя, отчество, вводится адрес электронной почты, вводится текст обращения, либо информация, которую необходимо довести до службы судебных, до работников службы судебных приставов, и мы его получаем в онлайн-режиме. Срок рассмотрения данных обращений 30 дней. Автоматически ставится на контроль данное обращение в течение 30 дней на электронную почту, которую указал гражданин, либо юридическое лицо, либо представитель юридического лица, получает информацию. Сервис «Узнай о своих долгах» не менее востребован гражданами. В этом разделе любой пользователь может за считанные минуты узнать о наличии или отсутствии у себя долгов, проверить своих близких и родственников, своевременно оплатить имеющуюся задолженность. С начала года этот сервис посетили около 8 тысяч пользователей. Любой гражданин, юридическое лицо, представитель организации путем введения имени и отчества свои, либо своих друзей, соседей, неважно кого, либо наименование юридического лица, может просмотреть о наличии задолженности. Все это происходит онлайн. В течение нескольких секунд он получит информацию о наличии в исполнении исполнительного производства, либо оконченной в связи с невозможностью взыскания исполнительных производств. Личный кабинет, мои заявления, что делать, если я должен, вопрос-ответ, жизненные ситуации – это сервисы, позволяющие в электронном виде разобраться с возникшими вопросами у пользователей и упрощающие процедуру обращения. Но наряду с ними работает предварительная запись, телефонная связь, горячая линия. Перечень номеров расположен на официальном сайте управления. А для пользователей, которые ищут еще более удобный доступ, есть бесплатное мобильное приложение. Личный прием осуществляется только в назначенное время и с соблюдением всех санитарных мер. Фатима Даурова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия.